Посмотрим. Инжир белый адриатический. Мягкие плодики уже созрели. Смотрите, какая красота. Вот. Так, это мини-киви актинидия. Гранатик. Восьмой шар. Как опушился. Нравится ему здесь на свежем воздухе. Так, следующая инжирка. Что-то нету. Не вижу. А вот тоже посмотрите. Такие. Этого не знаю сорт. И вот посмотрите, какой жир. Тоже вот эти вот уже поспели. Мягкие. Да, это молодой. И вот он так вырос. Но пока не плодоносил в этот год. Это брусневик. Выращиваем инжир в Самаре как кадочную культуру. Зимой в погребе, весной в тепличке, все лето на солнышке и осенью, чтобы фиги досозревали, тоже опять в тепличку. Фиги соберем, листочки опадут и в погреб на зимовку. Вот такой у нас план. Вот такие инжирки мы собрали в огороде. Это вот белый адриатический, прям мягкий. И черный без сорта. Тоже очень мягкий, очень вкусный. Я уже попробовала. Они прям медовые, сладкие-сладкие. Такие в магазине мы не найдем в нашей полосе. Сейчас разрежем. Ну вот разрезала, смотрите, какая мякоть, очень сладкая, сочная, насыщенно медовая. Фиолетовый тоже сладкий. Обалденно вкусный.